В Дубае, и я здесь неожиданно для самой себя переквалифицировалась в автоблогера. Просто в Дубае такая насыщенность лакшери спорткаров на квадратный метр, что прям невозможно удержаться от такого соблазна и не взять машину в аренду. Они тут повсюду, везде дороги забиты крутыми тачками, возле каждого отеля, каждая парковка, прям отдельно стоят Rolls-Royce, Bentley, Ferrari и все тому подобное. Оказывается, что очень-очень много желающих, я даже не думала, что такая очередь будет на дорогие лакшери-кары, не думала, что все себе могут здесь это позволить, но действительно в Дубае отдыхают только очень богатые люди, ну в основном, потому что здесь прям везде Rolex, Louis Vuitton, Gucci, это прям обязательно, это must-have. И вот все приезжают, могут себе позволить погонять здесь на классной машине, потому что здесь крутейшие дороги. Поэтому снять машину оказалось не так уж и легко. На них огромная очередь, я сидела, всех обзванивала очень долго. Писала во многие сервисы, мне очень многие отказывали, потому что говорили, что в такое время они сдают в основном на неделю, на две. То есть им невыгодно даже сдавать на сутки, они не хотят даже с нами связываться. Вот, и очень многие машины забиты. Но нашла одно более надежное агентство, которое мне вот импонировало, и они нам подобрали крутые тачки. Первый день у нас должна была быть Ferrari, второй Lamborghini и третий Rolls-Royce. Но, к сожалению, вчера ночью мне девушка написала, что извините, но Ferrari разбили. Такие же неопытные водители, наверное, как я, но пока тут все хорошо. Я ее очень сильно попросила найти замену, тоже крутую тачку, яркую. И она мне до 2 часов ночи искала все, что есть, и нашла Corvette. Corvette это Chevrolet, для меня это, в принципе, знакомая машина, потому что у меня есть Bumblebee, тоже Chevrolet Camaro, я уже привыкла. Но Corvette оказался вообще супер новым, очень быстрым, супер низким. В общем, все эти 3 дня у нас будут автообзоры. Оставайтесь с нами, и сейчас покажу вам первую красотку. Вот мы приехали в то место, где мы в прошлом году прыгали с парашюта, Skydive Dubai. Здесь, видите, и подвесной ресторан сразу, и колесо обозрения, оно еще не работает, и Dubai Marina. Самые красивые небоскребы, и решили вам поснимать с таким вот классным фоном. Вон наша красоточка, сейчас снимает любимый, потом моя очередь, я вам все о ней расскажу. Ну что, вот наша красотка на сегодня, Corvette C8, новейшая, 2020 года, прям новенькая-новенькая, она даже в пленке еще чуть-чуть. Почти Ferrari, очень похожа, кстати, на Ferrari, такая красивая мордашка у нее. Смотрите, ключом можно ее не только открыть отсюда, а даже завести. Красота, сама заводится. Ну, яркая, очень яркая тачка. Я обожаю красный цвет, вы знаете уже. Такая дерзкая мордочка. Вот такой вот красивый логотип здесь. У меня Chevrolet Camaro, поэтому мне, в принципе, знакомо чуть-чуть. Это купе двухместное, сзади места вообще нет. Сзади у нас, видите, уже двигатель. Двигатель здесь, кстати, 6,2. Очень такая мощная, очень быстро разгоняется. Ну, в Дубае все четко, по правилам сильно не погоняешь, но все же. Кстати, привезли нам ее не кабриолетом. Крыша снимается вручную, без всяких кнопочек. Сейчас покажу, мы сняли крышу. Так, открываем багажник. Красивый здесь значок, скат. Вот здесь движок мощный ее. Ну а капот обычно в таких тачках спортивных служит багажником. Вот здесь вещи сложили. Очень удобненько, потому что внутри места нет вообще. Так, смотрите, вот такой здесь салончик. Все красненькое, яркое, новенькое, прям вообще идеально. Заводится с кнопки. Здесь можно все придвинуть. Тоже запоминает положение.
подъезжаем, потому что мне всегда очень далеко. Так, смотрите, ребят, что здесь самое крутое? Это то, что нет вот этой вот кулисы, мне очень нравится, а есть кнопки. Просто вот так вот зажимаешь, D, и поехала себе. Точно так же на паркинг, заглушили, и все, красота. Кондёр работает, музычка работает, навигатор работает. Видите, здесь панель, вот просто на одной панельке все. Не нужно все загромождать, знаете, как раньше принято в машинах, чтобы здесь прям такая, как в самолете, панель передач. А вот, все вместили в одну линию, и подогревы сидений, и руля, и все на свете, все здесь есть. Полный фарш. Здесь можно что-то поставить. Здесь беспроводная зарядка для телефона. Места сзади вообще нет, как я уже говорила. Ну, в общем, вот такая вот машинка. Маленькая, быстрая, шустрая, чисто для Дубая, для его дорог. Погонять здесь. Но мне, если честно, спортивные машины уже поднадоели, потому что, ну, очень низкие, очень неудобные. С моим ростом это прям вообще, мне надо что-то повыше. Я почти ничего не вижу. Вижу только вот так вот небоскребы. Ну, конечно, классно ехать вот с открытой крышей. Ну что, сейчас прокатимся с вами, хотя бы кружочек. Слышите, как рычит. И тут автоматически запоминается просто положение, и поэтому она сразу у меня отъезжает. Погнали! Ну, надо подвести туриста. Маски, молодец! Присаживайся. Куда тебя подкинуть? Да мне вот Буршель араб? Вот туда, прямо к лесу? Погнали, проедемся чуть-чуть. Тут сильно? Ой, очень-очень много, очень дорого. Тут сильно не погоняешь, потому что очень-очень низкое. Все в песке, все в пыли. Но зато красиво. По дорогам классно. Дороги тут шикарные, поэтому кайф. Ребят, стоит такая машина в сутки $900. Да, мы все тут платим в дирхамах, поэтому не уверены, но около 900. При аренде каждой машины снимается с карты 3000 дирхам. Это примерно $700. Они типа блокируются, но... По сути, снимаются, и в течение 21 дня должны вернуться. Если вы что-то, не дай бог, тут покалечите или какие-то штрафы будут, то они вычтутся из этой суммы. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравился такой формат видео. Мне кажется, это крутая мотивация. Если ты не можешь прямо сейчас пойти себе купить крутую тачку, там где-то за $100 000, к примеру, да, то можно просто-напросто взять ее в аренду, покататься и уже почувствовать вот этот уровень, знаете, попробовать что-то новое в жизни, новые ощущения, и они очень заряжают, и реально, если вам понравится, то это вас вдохновит, замотивирует, и вы будете стремиться развиваться, работать и купить себе такую же красотку. Сегодня у нас уже обзор второй машины. Как я и говорила, мы идем по нарастающей, поэтому сегодня у нас Ламба. Вот она, наша красотка. Lamborghini Huracan Evo или Evo, не знаю, как правильно называется. Вообще-то я хотела Aventador, но опять нас чуть-чуть подвели, потому что снова мне ночью записали, что загорелась лампочка двигателя. Двигатель может загореться сам, поэтому это очень опасно, и они в аренду не дают. И вот ночью нам нашли вот эту вот голубую, бирюзовую красотку, яркую, сочную. Буду вам сейчас рассказывать. Это самая дорогая машина из тех, что мы арендовали здесь. Получилась она 1600 евро в сутки. Специально выехали в такую пустыню поснимать, но машин тут все равно очень много, все шумят. Но смотрите, зато какой красивый вид. Давайте познакомлю вас поближе с этой красоткой. Lamborghini Huracan Evo или Evo, не знаю как точно. 21 года, ребят, супер новая, но ее уже успели покоцать, видите? Мне сразу же водитель, когда привез, показал это все, снял видео, чтобы потом на нас это не скинуть. Много царапин на колесах, тут незначительные, но все равно как бы уже не сильно приятно, уже не совсем новая. К сожалению, двери здесь не открываются, я хотела Aventador, которые открываются вот так вот, а наша просто вот. Как обычная машина, не вверх, но ничего. Все равно красивая, низкая, такой монстрик. Честно, вот на этой машине себя чувствую просто как в какой-то игре такой, реально гоночная. Комфортная, удобная, думала будет хуже, но вот такая вот. Очень мощная, движок тоже 6,2.
Вот, да, вся такая автоматизированная, супер низкая. Я вам покажу, изнутри есть даже штучка, которая поднимает ее. Стоит такая малышка около 300 тысяч долларов, потому что это все-таки лакшери спорткар. Ну вот, с виду вот так вот сочно, ярко, вызывающе, дерзкая морда такая. Сейчас вам покажу ее изнутри. Вот, видите, здесь кто-то успел уже поцарапать ее. Здесь не вписались. Надеюсь, я не добавлю ей шрамов. Так, садимся. Все в пылючке, в песке. Смотрите, здесь на панели все спрятано тоже. Нет вот этой вот нашей вот штуки. Все на кнопочках. Здесь назад, наверх. Паркинг, все кнопками. Здесь спрятано старт у нас. Ух. Смотрите, как рычит. Смотрите, все здесь. И паркинг, и назад, и все. А драйв у нас вот здесь вот находится, сбоку. Вообще, так, чуть-чуть по-другому она устроена. Кто тут ко мне ломится? Что такое? Давай, показу немного для ребят. Я немного хочу... или опять в пол? Не, не в пол, не надо. Так, ребят, слушайте три языка нашей малышки. Вот стандартный ее звук, на который мы обычно едем. Ну, тоже мощно. Спортик. Пожестче. И Корса должен быть самый жесткий вообще. Да, такой трещит зверь. Ну, в общем, вот такая вот мощная малышка. Что вам еще тут показать? Видите, все вот такими рычажками. Аварийка у нас сразу включается. Окна здесь опускаются, поднимаются. Все отсюда, все с той панели. Так, здесь у нас кондиционер. Ну, короче, все, что нужно для жизни. Видите, вот эта штука для того, чтобы ее чуть-чуть приподнимать, когда слишком большие там бордюры или холмики какие-то. Она очень-очень низкая, поэтому вот можно поднять, и потом она автоматически опускается сама. Вот, ну что, тут, кстати, даже нету места для водички, как-то так не очень комфортно. Вот такие вот сиденья, сиденья очень удобные, они прям вот так обнимают тебя. Ну, мне даже удобно, я маленькая, переживала, что мне в спортивной машине будет неудобно. Ну, изнутри она точно не выглядит как лакшери кар, может быть, за то, что снаружи она дерзкая и действительно спортивная, погонять там на гонке, не знаю, валить на ней 200, но здесь в Дубае сильно тоже и не разгонишься, поэтому... Ну, прикольное ощущение, чувствуешь, конечно, чувствуется уровень уже, потому что в Lamborghini я себя вообще, я с детства обожаю спортивные машины, это у меня, наверное, от папы, у него всегда были спортивные машины, он меня водил в 16 лет, и мама тоже водила, и вот как-то мне это передалось, наверное, с родителями, генами. Всегда хотела спортивные машины, они мне внешне нравятся и внутренние, я всегда играла даже в игры Need for Speed, и в GTA всегда гоняла. Смотрела все фильмы про гонки. В общем, это мое. И сейчас, когда мы ехали, вот эти пальмы, пустыня, я себя прям почувствовала, как в игре. Ну что, прикольный опыт, ребят. Будете в Дубае, берите ламбочку. В среднем они начинаются от 1000 долларов. Видела даже где-то за 900 такие попроще. Вот, поэтому можно, я думаю, взять самую простую. Мне кажется, ощущения одни и те же будут. Советую раз в жизни хотя бы ощутить этот экспириенс. Мы погнали дальше теперь кататься, а завтра будет еще круче, Татечка. Так что до завтра. Ну что, ребят, как я и обещала, мы идем по нарастающей, и сегодня у нас уже не спорткар, а, как вы можете заметить по вот этому небу и по вот этому значку сзади меня, у нас сегодня Rolls-Royce Race. Мы уже с любимым ездили на Rolls-Royce, только на Фантоме на свадьбе, а сегодня взяли Race, он более комфортный, это купе, ну, комфортный для меня, для вождения. Это автомобиль для водителя, а я считаю, что Фантом это так, чисто вот сидеть на заднем сиденье. Здесь мне уже значительно более комфортно, и он не такой огромный, я чувствую габарит, хотя бы. Он не такой новый, как предыдущие автомобили, которые нам давали. Ламбу нам вообще давали, как машину будущего 21 года. А этот 17-го, сиденья немножечко уже потрепанные такие. И тем более он белый, более такой заезженный уже. Но, тем не менее, Rolls-Royce есть Rolls-Royce. Вот, по-моему, ради этого неба вообще его можно и купить. Вот так вот мы выключили. Вот так включили.
из-за того, что 17-го года не новый, он стоит дешевле всего, за 900 евро в сутки мы его арендовали, все остальные были больше 1000, около 1000, а этот примерно как корвет, даже чуть-чуть дешевле. Вот, ребят, я сегодня не просто такая нарядная, во-первых, машинка лакшери, не спортивная. Во-вторых, мой сегодняшний образ очень подходит по цвету вот этой вот красотки. Самое главное здесь, конечно же, вот это вот, дух экстаза, символ Rolls-Royce. Очень, конечно, красивая машина. Безумно, сразу видит роскошь ее от нее. Смотрите, какая расцветка классная. Да, чуть-чуть он уже помятенький у нас, но не страшно. Видите, на вот этой вот двери. Перед арендой все полностью снимают, видео фоткают, скидывают нам, чтобы потом не свесить на нас. Я тоже все снимаю, чтобы мне потом не приписали вот эти вот вмятины. Видите, купе выглядит не очень большим, похож со стороны вообще мне на Bentley даже он. Вот так вот открывается. Дверь открывается сюда. Место есть сзади тоже для пассажиров. Видите, белый салон. Но он такой уже чуть-чуть затасканный, конечно, потертый, но учитывая то, сколько ей лет, это еще нормально, и с тем, что ее сдают в аренду каждый день. Машинка мощная, двигатель 6,6. Несмотря на то, что она комфортная, очень тихая, заведу, потом покажу вам. Ну, видите, если новый он будет, конечно, он вообще супер красивый. Прям роскошный уже такой автомобиль. Такая новая машина стоит около 300 тысяч долларов. Даже больше, где-то 350 вот это вот. Сейчас заведу, покажу вам. Вот видите, здесь менюшка. Допустим, включили музыку, выбрали, нажали. Вот можно радио включить. И вот нам радио. Громкость переключаем вот здесь, делаем тише и рассказываю вам, что арендовать такую машину в сутки стоит 900 евро, потому что она не новая, 17-го года, поэтому получилось даже чуть-чуть дешевле корвета нам вышло. Вот, катаемся мы не целый день, мы выезжаем, катаемся по городу, снимаем видео, фоткаемся и отдаем. Сутки мы ее не держим, поэтому мы чуть-чуть, конечно, переплачиваем, им с нами классно, но тем не менее. Ну что, ребята, что я могу сейчас сказать? Машина комфортная, классная, лакшери. Если у вас уже есть несколько миллионов на счету, а лучше десятков, то, конечно, можно ее себе позволить. Мне кажется, это прям топ вообще левел. Когда вы уже успешны, вы состоялись, то такое можно себе позволять. Конечно, когда у вас нет денег, брать в кредит Rolls-Royce не стоит, ребят. Это уровень, тут ты себя чувствуешь максимально комфортно, уверенно и просто королем дорог, тем более в такой крутой расцветке. А если еще и сделать ее полностью под себя, со своим оттенком, со своими, со всеми всякими штучками, дополнением, то, конечно, это прям супер-пупер. В общем, ребят, я уже говорила, я не автообозреватель, я вам все подробности не расскажу. Знаю, что двигатель здесь 6,6, мощная, комфортная, классная машинка. Покажу вам сейчас еще ее в действии, но хочу сказать, что это реально то, к чему нужно стремиться. Ребята, пришел любимый, оказывается, я забыла самую главную фишку Rolls-Royce вам показать. Ну, девочка, понимаете? Открываем дверь самостоятельно, а закрываем не самостоятельно. Моя, бамс, и тут. Класс. Вот это пушка, конечно, да? Да, пушка. И открывается круто, и закрывать без усилий вообще. Ну все, в принципе, самые главные фишки, да, это вот дверь, небо, дух этот экстаза и вообще роскошная просто панелька и то, что каждая машинка уникальна только под вас. Ну что, ребят, видимо, не судьба в этом году нам покататься на Феррари. В аренду нам не дали, поэтому мы нашли Феррари для фото. Чисто арендовали на 2 часа просто пофоткаться, поснимать видео. Но и то в последний момент им написали, что ее забрали на пару суток, а они отдают тем, кто берет, естественно, на больше, чем сутки или вообще 2 часа. Поэтому вместо нее нам дали тоже красивую машинку, не Феррари, конечно. Нам снова досталась супер новая машина. Всего 2 раза ее брали на фотографии. Снова машина будущего 21-го года, McLaren 570S, S потому что Spider, а Spider потому что открывается крыша, все машины с открытой крышей здесь называются Spider, Ferrari тоже, и стоит такая красотка 220 тысяч долларов, новенькая, красивенькая, ну почти как Columbo, кстати, выглядит очень круто, очень эффектно.
что, ребят, я считаю, что очень логично будет закончить этот обзор лакшери автомобилей именно в Rolls-Royce, потому что, как я уже сказала, для меня это прям топ, самая крутая машина, к которой можно стремиться и нужно стремиться. Лично мне было очень интересно, надеюсь, вам тоже, ребят, это очень крутой опыт, и мне как водителю было безумно интересно вот прям покататься на каждой из них, почувствовать машину, опробовать на себе. Лично мне больше всего понравилось Lambo и Rolls-Royce, это абсолютно, конечно, разные машины, которые хотелось бы иметь в своем паркинге. Если честно, до того, как я поездила на Lambo, они мне вообще не нравились, вот прям абсолютно. Но она оказалась такой удобной в управлении, такой быстрой, легкой, мне как-то вот было комфортно на ней реально. И в Rolls-Royce, кстати, вот именно эта модель Race для меня нормального размера оказалась, потому что Phantom прям очень огромный, и она прям действительно очень комфортная для вождения. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам тоже было интересно. Еще раз прошу прощения, что я не дала, конечно, очень много подробностей всяких, потому что я не автообзорщик, да и вообще, как бы, машины люблю, но еще не так хорошо в них разбираюсь. Поэтому, ребят, честно, старалась как могла, рассказала все, что знаю, старалась показать самое интересное. Очень надеюсь, что вам понравилось, что вам было интересно наблюдать за этим всем, что вы вдохновились, замотивировались. И тем, кто приедет в Дубай, очень желаю хоть раз арендовать хотя бы одну крутую такую спортивную машину и погонять здесь по офигенным дорогам, насладиться, кайфануть. Ребят, действительно, это тот опыт, который стоит испытать на себе, и на это стоит потратиться. Все-таки один раз живем. Но вообще, конечно же, желаю не только арендовать, а приобрести себе автомобиль такого уровня, потому что это, конечно же, уже такой топ-уровень жизни, к которому всегда нужно стремиться. В общем, ребят, мне уже пора сдавать машину. Благодарю вас за внимание, за просмотр, а вам всем желаю яркой, насыщенной жизни. Пока-пока!